Проспект Перемоги, 77. Тут на даху будинку демонтують стару газову котельню, що встановили понад 20 років тому. Її устаткування, кажуть в КПХТМ, з роками зносилося, а обслуговувати, знайти та замінити старі деталі на нові стало практично неможливо. Тож у мешканців будинку були постійні проблеми з опаленням та подачею гарячої води. Вихід знайшли в підвалі будинку, почали встановлювати індивідуальний тепловий пункт. Преимущество данного теплового пункта заключается в том, что здесь будет установлено современное оборудование с погодным регулированием для качественной подачи теплоснабжения, а также будут установлены бойлера для подогрева горячей воды. Здесь уже установлена часть этого оборудования, также установлена часть арматуры, тепломеханики и практически завершились работы по электромонтажным работам. Работы тут планируют завершить до вересня. Та взагалі цей будинок не единый, где встановлять индивидуальные тепловые пункты. Это только единичный объект. Таких объектов у нас на самом деле очень много. Их порядка 50 таких объектов. Везде сейчас работы ведутся. То есть это уже совершенно другая система погодного регулирования. Она более качественная, более стабильная, более надежная. Крім встановлення індивідуальних теплових пунктів, підприємство «Харківські теплові мережі» у Шевченківському районі замінює ще й тепломагістралі та внутрішньобудинкові мережі. Это будет Шатиловская улица, это будет Новоалексеевская, Орский. Гораздо больше работ выполняется, задействовано больше подрядных организаций, больше коллективов, поэтому однозначно могу сказать, что таких работ выполняется больше. Яна Щетинина та Олександр Іванов, Харківські звісті. Главные новости Харькова – «Харьковские известия». Комментируйте, ставьте лайки, дизлайки, подписывайтесь на канал. Смотрите и обсуждайте актуальные новости Харькова.